Всем привет! Сегодня мы готовим куриное филе в очень вкусном соусе. Рецепт простой и быстрый. Берем куриное филе и делаем надрезы в виде ромбиков. Немного посолить и поперчить. Обваливаем филе в муке и обжариваем на сильном огне 2-3 минуты с каждой стороны. Снимаем с огня и добавляем сливочное масло, измельченный чеснок, соевый соус, мед, лимонный сок и цедру лимона. Поливаем грудку соусом . Ставим на огонь, даем соусу закипеть, затем делаем медленный огонь и будем тушить под крышкой по 5 минут с каждой стороны. Готовое филе поливаем соусом. И подаем к столу. Советуем приготовить по этому рецепту. Получается очень мягкое, нежное и сочное мясо. Приятного аппетита!